Леня – долгожданный ребенок в молодой семье жителей Ленинского округа. Как рассказала нам его мама Екатерина, беременность и роды прошли без осложнений. Но в 2,5 месяца мальчику поставили грозный диагноз. Огромное спасибо врачам, которые быстро, четко все сделали. И 5,5 месяцев мы уже получили свое лекарство, без которого Ленин организм развивался не в полной, так сказать, мере. И 20 сентября прошлого года мы каждую неделю на капельницах. Мукополисахаридоз – это генетическое заболевание, которое связано с нарушениями ферментов определенных, и которое проявляется поражением хрящевой, костной ткани и соединительной. Вводятся ферменты, которые заменяются, которых нет у ребенка, мы вводим еженедельно, раз в неделю, как поддерживающая доза. Каждая такая процедура длится мучительных 4-5 часов. Мальчик нуждается в трансплантации костного мозга. Только пересадка стволовых клеток позволит ему жить и нормально развиваться. Благотворительный фонд «Подари жизнь» помогает Лене и ищет подходящих доноров. Но пока безрезультатно. Мы вступили в регистр в первую очередь. Нас с мужем процепировали в первую очередь. Мы, к сожалению, Лене не подходим абсолютно. Для меня это честь. Мне кажется, это просто, это минимум, что мы можем сделать. Пожертвовать этой кровью и спасти жизнь ребенку, а то и взрослому человеку. Между тем, время ограничено. Трансплантацию желательно сделать до 2,5 лет. Сейчас Лене год и 4 месяца. Чем быстрее найдется донор и проведут процедуру, тем больше у него шансов на здоровую нормальную жизнь. Безболезненно, сначала люди идут, сдают кровь, затем встают на учет. Это должны быть здоровые люди, проверенные, обследованные. И потом уже, если кому-то нужен костный мозг, то, соответственно, это, хорошее дело. Сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга может любой здоровый гражданин России от 18 до 45 лет. Консультацию можно получить в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии по телефонам 8 495 612 35 33, 8 905 568 57 60. Спасти Леню Буренко в наших силах. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.